силовые корпуса 8 детских клубов. Здесь воспитывались дети, годные своим семьям, незаконно рожденные и так далее, так далее. Существовали даже специальные. И я ощущал еще 18 веке, в стенах которого можно было принести и положить. И всегда я подойду, что было нельзя. Преимущественно я в стране современных. Вспоминать. А может, это не носили?
что ж, вот уже слева по борту перед нами открывается это большое здание конструктивизм начала 30-х годов. Здание именуется как дом правительства или дом на набережной. Здесь проживала элита советской Европы. Здесь проживали дети Сталина, маршал Победы, Жуков, Брежнев и Хрущев до того, как стали генеральными секретарями. Первый руководитель НКВД Лаврентий Павлович Берия и многие другие здесь жили. Политические, научные и военные деятели. Дом строился как дом-крепость. Проживая, работая на его территории, можно было никогда не покидать стены этой крепости. Слышали ли вы что-нибудь?
манящей надписью Третьяковской галереи. Конечно же, это не она, что вы думаете, все так просто в Москве. Третьяковка находится неподалеку, это здание Центрального дома художника. Но об этом вы можете узнать из торца почитателя. Thank you.
году произрастали пальмы с кокосами, произрастали финики и персики в разные годы, но, конечно же, только в Гоголе. Далее это все как потом. Программа здесь только 15-18, что решено на следующем году. В 1914 году вышла газета, где была статья. В этой статье указывалось, что в нескучном саду получен очередной урожай.
бурно-растущая столица Советского Союза столкнулась с такой проблемой, которая называется нехватка водных ресурсов. Эта Москва-река стала мелеть до такой степени, что уже просто не могла обеспечивать этот город с большими запросами водных ресурсов. Пересыхала, даже была остановлена навигация, корабли перестали здесь плавать, и мы бы с вами так просто здесь не плавали, если бы не один факт. В 1937 году был прорыт канал длиной 128 километров, который нынче именуется как канал имени Москвы. И он соединил бассейн Москвы-реки с бассейном реки Волга. И с тех пор Москва-река с 37 года по сию секунду наполняется искусственно более чем на 60% водой из Волги. Мы даже сейчас с вами ходим больше по Волге, чем по Москве-реке, лишь территориально находясь здесь, в городе Москва. Этот канал судоходный, и выйдя по нем в бассейн реки Волга, можно по шлюзам, каналам, рекам и озерам Центральной России попасть в целых 5 морей. Это правда. Можно любой город назвать городом. Морей, который так или иначе связан с судоходством с Волгой, но так назвали столицу Советского Союза. Москва, порт пяти морей. Белое, Балтийское, Черное, Азовское и Каспийское море. Ну что ж, уважаемые пассажиры, причал Воробьевы горы. Мы тут стоим буквально 1-2 минуты. Кто желает выйти, просьба подготовиться заранее. А в этом порте пяти морей, в этом третьем Риме, в этой Москве первопрестольной, я заканчиваю свою краткую обзорную экскурсию. Надеюсь, вам удалось вообще хоть что-либо подчеркнуть из моего краткого экскурса. Надеюсь, мне немножечко удалось поднять вам настроение, поскольку это всегда добавляет, как говорится, здоровье, смех, он всегда добавляет здоровье. Желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения, не болейте, это очень актуально. Приходите к нам снова, будем всегда вас рады видеть. И спасибо за внимание. Спасибо большое.
Thank you.